Здравствуйте, я Настрома 771. Сегодня я хотел бы выполнить краткий обзор нового облачного бесплатного антивирусного продукта Comodo Cloud Antivirus. Версия 1.0.37.97.57.116 по состоянию на 1 февраля 2016 года. Нас приветствует мастер установки продукта. Можно выбрать язык из списка. По умолчанию предлагается язык операционной системы. Можно прочитать лицензионные соглашения и политику конфиденциальности на сайте производителя. Предлагается выбрать директорию установки. Либо соглашаемся с предлагаемой директорией, либо через обзор выбираем собственную. Можно указать адрес электронной почты для дополнительных сообщений. Выставлена галочка «Анонимно отправлять в Comodo данные об использовании приложения». Во время установки сообщается о Cloud Antivirus, Wirescope, песочница, облачный антивирус, Mobile Security, круглосуточная техподдержка. Установка завершается. Появляется информационный блок. Загружается главное окно продукта. Появляется значок на рабочем столе и панели задач. В верхней части главного окна мы можем перейти к информации о Mobile Security, отправить отзывы, перейти к помощи, посмотреть руководство пользователя на сайте антивирусного продукта, представлено на английском языке в настоящий момент. Все, что необходимо знать о продукте. Например, системные требования. Получить онлайн техподдержку. Посмотреть информацию о программе. Подробности Wirescope. Ниже располагается блок «Настройки», разбиты по категориям. Общие настройки. Настройки интерфейса. Здесь же можно выполнить экспорт, импорт, конфигурации и установку по умолчанию. Настройка обновлений. Блок антивируса. Настройки антивирусной защиты. Настройка исключений. Пути, исключенные приложения. Sandbox. Настройки песочницы. Правила Sandbox. Рейтинг файлов. Настройка рейтинга. Настройка доверенных приложений. Просмотр отправленных объектов, настройка, просмотр доверенных поставщиков. Элемент онлайн техподдержка. Далее следуют блоки. Общая информация о защите. Все системы работают нормально. Защита осуществляется. Обнаружение угроз. В настоящее время угроз не обнаружено. Информатор пуст. Изолировано объектов в Sandbox. Информатор пуст. Защита в режиме реального времени. Антивирусная защита работает, можно отключать, и появляется сообщение о том, что мы находимся под угрозой. Sandbox можно отключить и также получить сообщение. Перейти к настройкам антивируса, перейти к настройкам Sandbox. В нижней части главного окна располагается возможность выполнения сканирований, быстрое сканирование, указывается время проверки, проценты, проверяемые объекты, сколько файлов проверялось, сколько обнаружено угроз. Можно приостановить проверку, либо прекратить. Полное сканирование выполняется аналогично, только сканируются все подключенные диски и прочие разделы. Выполнить сканирование директории. В данном случае пользователь самостоятельно указывает, что необходимо проверять. Выполнить сканирование файла. Блок «Запустить приложение в Sandbox». Выбрать приложение для запуска в песочнице. Журнал событий. Информация о всех событиях. Событие Sandbox, событие антивирусной защиты, изменение настроек, действия. Можно открыть, сохранить, выполнить очистку журналов, обновить. Блок карантин открывает директорию карантина, где объекты классифицируются по дате и времени, имени вируса, пути расположения файла, действию. В нижней части с левой стороны располагается возможность включить игровой режим, и в этом случае значок продукта перекрашивается в синий цвет, равно как и панель уведомлений. С правой стороны располагается блок «Улучшить». Открывается соответствующий интернет-портал продукта. При нажатии правой кнопки мыши на значке продукта мы можем включать-отключать основные компоненты, игровой режим, перейти к выполнению сканирований, открыть главное окно,
перейти к настройкам, выйти из продукта. Что касается проводника Windows, сюда интегрируются элементы сканирования с помощью Комодо Cloud Antivirus, запустить в Комодо Sandbox, выполнить как безопасное приложение. На этом обзор нового бесплатного облачного антивирусного продукта завершен. С вами был Nostromo 771. Спасибо за внимание. До свидания.